Сьогодні ми будемо з вами говорити на дуже широку і цікаву тему, і це освіта для дорослих. І з цієї нагоди до нашої студії завітала доктор педагогічних наук, професор, директор Центру «Європейська освіта для дорослих» Олена Піхота. Я вітаю вас, Олена Миколаївна, в нашій Добрий студії. Добрий день. Рада вас видеть, колега. Ми закінчували наш університет. Мы можем гордиться нашими выпускниками. Большое спасибо. Я сподіваюся. Да, да. Ну, ми перейдемо непосередньо к темі. А тема справді доволі цікава, доволі широка. Є що запитати і є що, сподіваюся, розказати, чим поділитися. І надбаннями, і напрацюваннями. І яка ж роль і місце освіти для дорослих у сучасній системі освіти України? Ви знаєте, тема дуже велика, дуже багатогранна. Очень интересная, несколько запутанная сегодня у нас в Украине. В Европе и вообще в мире сегодня образование взрослых, и конкретно неформальное образование взрослых, является трендом. Первые центры образования взрослых появились, ну скажем так, в Швеции, в Норвегии только 20 лет назад. Но за последние 20 лет количество их увеличилось, содержание работы этих центров очень широкое. К сожалению, у нас эти центры образования взрослых неформального только начинают входить в силу, только начинают создаваться. И для этого есть свои причины. Последние полгода Верховная Рада обсуждала закон про образование, закон про освиту. Впервые в этом законе появляется статья «Освіта дорослих», «Образование взрослых». Вы прекрасно понимаете, что если в законе нет этого слова, то и на государственном уровне, в законодательном поле, и поддерживать бюджетно это невозможно. А кто подпадает под эту категорию дорослых? Под категорию дорослых подходит под категорию дорослых попадают все, кто старше 23 лет, 23 года и дальше. Причем наша система образования была выстроена традиционно следующим образом, вам это известно, и нашим зрителям тоже это известно, это дошкольное образование, начальная школа, средняя школа, профессионально-техническая, высшая школа и различные формы повышения квалификации. Формы, видите, да, формы повышения квалификации. Вот как раз экран отображает приезд к нам и обсуждение положения реформы с нашим министром образования Лилией Михайловной Гриневич. Хочу вам сказать сразу, что Лилия Михайловна активно поддерживает развитие образования. И вот на встрече с Лилией Михайловной мы задавали ей вопрос от депутатской группы мэрии, как будет дальше развиваться образование взрослых. Она сказала, что с ее стороны будет оказана самая существенная поддержка нашему городу, если мы действительно будем заниматься этим направлением. Ну, я вернусь все-таки. Значит, образование взрослых – это все то, что выше 23 лет. Причем традиционно мы обращали внимание на развитие профессионального образования. Я годами занималась стандартом подготовки учителя. Этот стандарт за последние 25-27 лет менялся раз 10 примерно его. То вводили дисциплины, то выводили дисциплины, то сокращали количество часов. Сегодня у нас студентоориентированный стандарт подготовки учителя и любого специалиста в высшей школе. Там 25% отводится на самостоятельную работу. Но я бы хотела вернуться к образованию взрослых. То есть это настолько немеренное, я бы так сказала, пространство, потому что в этом пространстве сегодня мы впервые обратили внимание на личностное развитие после 23 лет и возможность его обеспечить, и социальное или гражданское развитие, которое тоже нужно обеспечивать, начиная с этого возраста. Я еще раз подчеркну, да, у нас было повышение квалификации. Это и считалось образованием взрослых. Сегодня сменились акценты. Ну, если говорить о наиболее общих подходах, те, которые рассматриваются сегодня в Академии наук, ну, представьте себе на минуточку. У нас никогда не было в Министерстве образования отдела, который бы занимался образованием взрослых и неформальным образованием взрослых. Вот он создан, усилиями Лилии Михайловны в том числе. Вот у нас появляется институт впервые в структуре Академии наук, который тоже называется Институт образования взрослых. 3 месяца назад
Я присутствовала, наверное, на историческом событии. У нас впервые этот институт отчитался о своих трехлетних исследованиях об образовании взрослых. Были выделены направления, сформулированы основные проблемы. Ну, может быть, я могла бы остановиться как-то на общих проблемах. Чем отличается образование взрослых, в том числе, в первую очередь, неформальное образование, от традиционного, от формального образования? Главное – это то, что взрослые имеют выбор. Не имеет студент сегодня выбора, он имеет стандарт, и он должен его освоить. То, что касается неформального образования взрослых, там формируются целевые группы, там учитываются образовательные потребности. Поэтому там и строится все по-другому. Если традиционно в ВУЗе образование строилось таким образом, давайте вспомним. Это лекция, теоретическая часть. Дальше семинарские занятия, отработка лекционного материала, практически частично и зачет. То прямо згадала студентские роки. Да, не говорите. Я надеюсь, счастливые. Да. Непогані, да. То в образовании взрослых совершенно по-другому выстраивается логика обучения. На первом месте стоит опыт. Опыт и проблема, которую формирует взрослый человек, приходя в это образование. Это называется цикл Колба. Цикл Колба предполагает, что собирается целевая группа, у которой объединяет какая-то проблема. Сначала они делятся опытом решения этой проблемы, потом они выявляют какие-то закономерности, потом теперь после этого возвращаются уже к теории вопроса, и только после этого нарабатывается решение. Ну, у нас очень редко в наших теоретических курсах нарабатываются какие-то решения. Если традиционное образование построено на получении знаний, умений и навыков, то в последнее время система высшего образования перестраивается в направлении компетенций и компетентностей нашего специалиста. Точно так же о компетенциях и компетентностях говорят в образовании взрослых. Это принципиально другой подход. В основе лежат не знания, умения и навыки, а они база для получения опыта и для его трансформации в течение каких-то следующих лет. Це одні з досягнень сучасної науки у дослідженні освіти дорослих. Там больше досягнень. Я вам сейчас скажу, каких. Значит, первое, что нужно было определить, первое, каким образом строится система взаимодействия. У нас все-таки вызначить. Да, субъектное взаимодействие, в котором и преподаватель, скажем так, мы еще подойдем к понятию, кто такой преподаватель в образовании взрослых, где и преподаватель, и взрослый человек в равной степени оказывают активное влияние друг на друга. Это первое. Дальше. Итак, у нас год назад была создана впервые Украинская ассоциация образования взрослых. Год назад. Поймите, что если не было такой ассоциации, невозможно было обобщить опыт этот. Дальше. Але освіта для дорослих же якимось чином відбувалася? А мы сейчас подойдем к этому, сейчас я скажу. Да? Значит, мы вошли в европейское пространство, наша Украинская ассоциация образования взрослых вошла в европейское пространство, стала членом Европейской ассоциации образования взрослых. И вот я хочу показать нашим зрителям манифест. Манифест про образование. Что это за манифест? Да, манифест образования взрослых в 21 веке, он называется следующим образом. «Сила и радость от обучения взрослому человеку». Я, наверное, еще раз покажу, может быть, я очень быстро забрала. Да? Вот, это манифест на европейском пространстве, и мы подключены к реализации этого манифеста. Теперь, конечно, мы не можем говорить, что образования взрослых не было, потому что и общество знания это было. Это одна из форм была у нас образования взрослых. Просто сегодня это образование проживает трансформацию. Я еще раз говорю, меняются его цели, меняются его механизмы. Ну, это же понятно, что жизнь очень активно развивается в последнее время. Очень часто бывает так, когда человек в 50, 60, 70 лет очень активен. Мы сейчас еще об этом будем говорить. Да? Но он сформировался в середине прошлого века. Как ни рассуждай, но все равно в середине прошлого века. Поэтому исследования появился институт, который имеет заказ от государства исследовать эту тему. В министерстве работают над законом министерстве, то есть на государственный уровень наконец-то в течение прошедшего года проблема
переведена. Хотя очень много накоплено стихийных форм работы. И, конечно, очень много нам помогают европейские всевозможные образовательные платформы и различные организации. Я вот сейчас с ними как раз очень много работаю для того, чтобы европейское содержание вошло к нам в Украину. А скажіть, будь ласка, як розвивається от простір освіти громади в Україні? Ви маєте в виду громадянське виховання, да? Которое називають іноді соціальне, іноді громадянське виховання. Ну, во-первых, если говорить о нашем городе и о тех, кто занимается образованием у нас в центре, мы принимали участие в работе и 4-го, и 5-го форума громадянского суспільства, гражданского общества. Это очень интересно. Действительно, у нас этих форм, ну, скажем так, даже если было, то в системном виде они не вошли. Что есть интересного? Прежде всего, это социальное проектирование, проектный менеджмент, социальное проектирование. То есть, понимаете, мы все никак не можем понять, что очень многое в этой жизни зависит от нас, а не только от государства и, в общем-то, гражданские силы, и в том числе наша громада, нашего места, должна оказывать больше влияния на те процессы, которые там происходят. Но в прошлом году мы провели 3 тренинга. У нас есть такой юрист в центре, Виштал Лидия Васильевна. Мы выиграли грант нашей мэрии. Грант назывался «Твои возможности в управлении местом». «Твои можливости в управлении местом». И мы провели 3 тренинга. Первый, который назывался «Громадские слухания». Второй – «Электронная петиция» и «Сборы за местом проживания». Ну, наверное, и даже и вы меня немножко, пусть младше, но даже для вас, наверное, не очень традиционные и общепринятые формы. Вот вы же знаете, и с мафией у нас не получилось, хотя и прошли громадские слухания, и с электронными петициями мы пока еще не умеем работать. Мы проводили тренинг по созданию ОСББ. Ну, мы столкнулись с тем, что люди вообще не представляют, что это такое. То есть... Громадське суспільство, його розвиток – це одне з завдань і педагогіки в тому числі. Да, одно із главних завдань, мабуть, навіть. Тепер ви сказали, ви спросили мене, хто должен этим займатися. Да? Давайте вернемося к этому вопросу. Значит, в последнее время появилось в образовании в целом очень много новых терминов. Появились такие термины, как коучинг, фасилитация, локация, стратегическое развитие. Для нас очень важными являются 3 основных термина для образования взрослых. Это андрагог, герагог и тренер с неформального образования взрослых. Это разные категории. А в чем их разница, этих категорий? Сразу скажу, программ подготовки андрагога на министерском уровне и на уровне Академии наук пока нет. Они в стадии создания. Я думаю, що слід і розшифрувати ці терміни також. Давайте, так. Да. Андрагог – це педагог для взрослих. Герагог – це педагог для людей. Я не люблю термін. Старших людей. Да, да, я люблю терміни другі. Їх сьогодні називають так – золотого возраста, возраста щастя, возраста зрелости, поважного віку. Герагог – це чоловік, який допомагає реалізуватися в личностному і в професіональному плані сьогодні цієї категорії людей. Тренер отличается от любого педагога тем, что он работает в первую очередь не со знаниями, а с опытом и выработкой умений и навыков, тренер. И для нас, конечно, понимаете, у нас периодически какие-то веяния приходили в Украину, уходили, у нас есть пул тренеров. Очень часто эти тренеры, ну, скажем так, не очень владеют тренерскими практиками. Вот я принимала участие, сейчас разработан тренинг, мы его будем проводить для Украины. В Николаеве в августе «Искусство тренинга» или «Как провести тренинг для взрослого человека». Значит, тренинг имеется в виду для любой категории, для женщин, мужчин, для молодежи, то есть тренинговые основы. Ну, я думаю, вы помните, я всегда занималась технологиями, поэтому для меня в тренинге прежде всего интересен технологический аспект. Вот, мы для себя определили, что он обозначает, поэтому будем пытаться
учить людей разного по образованию и содержанию будем тренерским техникам, потому что тренерские техники, они идут от одной практики к другой, от взаимообогащения практиками, ну, примерно вот так. І тут на допомогу, наскільки мені відомо, приходить цілий ряд міжнародних програм. Угу. Чи можна було більш докладно зупинитися на цьому питанні? Безусловно. Безусловно. Центр був создан з допомогою платформи ІСАР-єднання. Нет, это программа DVV, я позже о ней скажу, а центр был создан с помощью, ну, давайте эту программу, да? Значит, это программа DVV International в Украине, есть такая организация, которая занимается неформальным образованием взрослых в Европе. Значит, год назад была создана программа «Профессионализация подготовки тренеров для образования взрослых». С нами работают настолько интересные люди, вот в данном случае я представляю свою программу там. Вот. С нами работала Катерина Попович. Вот быстро ее показали, можно было бы вернуть кадр. Это очень интересный человек. Катерина Попович – это секретарь Рады Европы с неформального образования взрослых. То есть, скажем так, вот видите, она сидит, да? Вот рядом с переводчиком, с нашим Сережей. Катерина Попович. Она работала с нами 10 дней. Мы изучали документы по образованию взрослых в Европе. Ну, это... Были документы и ЮНЕСКО, и Мирового банка, и какие есть платформы. Значит, нам выдали документы. Я была, ну, удивлена тем высоким уровнем, на который поднялось образование взрослых в Европе. Они ему уделяют огромное внимание. Ну, еще какие? Ну, давайте, раз уж мы коснулись DVV International, да? Значит, это программа профессионализации. То есть, все равно любая система стремится к стандартизации и к какому-то результату, на который она должна выйти. Мабуть, результат – это главное. Да, главное. И вот как раз у нас существует DVV International, это представительство немецкого института у нас. Они запустили в прошлом году программу, отобрали 30 тренеров по одному от каждой области – тренеров, андрагогов, герагогов. И вот они уже в течение года нас обучают. На первом модуле мы разбирали, что такое современный тренинг. Нам показывали тренерские практики, как раз тоже было показано с Томсом. Ну, мне очень интересно, потому что это активные формы. Понимаете, у нас же как в ВУЗе. У нас, допустим, студент может... распределили между собой, каждый ответил, 5 поставили, на выходе результата нет. Вы это помните, да? Значит, активные формы предполагают, что в течение всего времени ты должен активно обсуждать и выйти на какой-то продукт. Ну, Томс очень интересный тренер, вот, нам дали литературу, мы поддерживаем отношения. Дальше, на втором Катерина Попович, представитель Рады Европы. На третьем были фотографии здесь, нам показывали разные формы центров образования взрослых в мире. Развивалось это следующим образом за последние 20 лет. Открывали при школах, открывали при вузах, открывали при библиотеках, при сельских радах. Вот. Сегодня считается, что центры образования взрослых должны быть автономными. Вот. И все наши модули, они проходят в так называемых концерт-холлах, где можно вывести людей, потому что, как правило, в 4-5 уже все думают, нужно домой идти, а когда тебя вывезли, ты уже не думаешь ни о чем, ты погружаешься и до 9, до 10 вечера в концерт-холлах, где можно поселить, накормить и продуктивно работать постоянно. Ну и программа DVV International, одна из самых интересных, она занимается профессионализацией. И именно с этой программой мы разработали с DVV International пакет программ для Украины. Пакет программ. Предполагается, что каждый из нас должен быть готов, мы сегодня уже отпилотировали эти программы, должен быть готов представлять тренинги в Украине. Да. И скажите, пожалуйста, а какие же напрямки охоплює неформальная освіта для дорослих? Да. Коллега, вы знаете,
наверное, можно 10 передач сделать, таких как это по напрямкам, да? Но я коснусь хотя бы основных. Я поспешаю раскрыть тему, потому что не так много и часу залишается до завершения передачи. Очень большая тема, да, рамки передачи не позволяют, наверное, да? Мы все сказали из попередних питань, але вже переходимо до наступних, чтобы хоть трошечки звернути увагу наших глядачів. Значит, первое – это развитие предпринимательской деятельности. Вот, у нас в городе есть провайдеры, которые занимаются развитием предпринимательской деятельности за пределами официального образования. Очень интересным является центр поддержки малого и среднего бизнеса, руководителем которого является Артем Ващеленко. Вот. Дальше. Очень интересным направлением является развитие молодежной политики. У нас есть организация «Молодежный выбор». Дальше. Очень интересными является, у нас очень интересно работают библиотеки. И библиотека, и научно-педагогическая библиотека, да, и библиотека имени Кропивницкого. Там, например, работает философский клуб. Дальше. Одно из направлений, то, о чем мы с вами говорим, это люди поважного веку, або золотого возраста. У нас существует университет третьего возраста. Мы недавно обсуждали эту проблему. Представьте себе, что за 4 года они выпустили, допустим, 200 человек. А теперь посчитайте, население Николаева, допустим, 500 тысяч, пожилых людей там сколько, допустим, четвертая часть, ну я сейчас грубо говоря, ну 100 тысяч, да, и тогда мы за 4 года смогли помочь 200. Скажите, это много или мало? Ну, важко сказати. Для Миколаєва начебто і небагато, але для кожної людини із цих, із цієї кількості це дуже важливо. Но ми говоримо о том, що цих центрів должно бути дуже много. Вони должны быть в каждом районі, наверное, они должны быть при каждой библиотеке. Единственное, мы уже обсудили эту проблему, при школах оно не развивается. Вот как-то родители у нас не очень хотят возвращаться в школы для обучения, их больше интересует такое социальное пространство. Какие еще есть направления? Давайте я модные вам назову. Это медиасвіта, это кібербезпека. Дуже важлива тема зараз. Да, это комп'ютерні зависимості, залежності. Ми недавно в муніципальному колегіумі, совместно центр і муніципальний колегіум провели дуже цікаві для взрослих мероприятия, якраз по комп'ютерним зависимостям, по кібербезпеці. Понимаете, вот чем больше у нас этого будет, я думаю, что для вас не тайна, кто такие у нас синие киты. И, наверное, вы допускаете, что они у нас в городе могут быть. Вот. И, к сожалению, сегодня люди, к сожалению, взрослое поколение и более молодое живет в разных пространствах. Взрослое поколение живет в реальном мире, более младшее поколение живет в интернет-ресурсе, и, как правило, они не пересекаются. Мы стараемся делать так, чтобы они как-то могли это осваивать. Вот мы провели мастер-класс по мобильным технологиям, по использованию скайпа, потому что та же самая бабушка может поговорить со своим внуком в другом городе, а может быть и в другой стране. И это тоже очень и очень важно. Звичайно. Я вам вдячна, що ви піднімаєте таку тему. У нас 2 хвилинки всього до завершення нашої розмови. А, мабуть, ще дуже важливе питання залишається поза нашою увагою – це проблеми. Проблеми суспільства, які може вирішити, допомогти принаймні, вирішити ось ця неформальна освіта дорослих, саме дорослих. Значить, сьогодні у нас пытаются, я сейчас хочу оттолкнуться, в высшей школе делать дуальное образование. То есть, когда образование одновременно осуществляет университет и фирмы, или представители, ну, много таких примеров, но далеко не каждое предприятие может себе позволить обучать совместно с университетом. Поэтому, вы знаете, я еще одно понятие не раскрыла, это вообще отдельный разговор. У нас одна хвилинка. Да. Есть еще понятие информальное образование. Формальное, неформальное и информальное. Поэтому одна из очень острых проблем, особым образом стоят у нас айтишники, потому что они не получают сегодня формального того, которое нужно, но они не имеют доступ к неформальному, но они для себя организовывают информальное образование, когда они могут в рамках своих сообществ продвигаться в своем развитии. Ой, коллега,
Галя, вы знаете, очень много проблем. Мы можем к ним еще возвращаться. Им можно присвятить окремую передачу. Да, да, да. Вот особенно направлением, понимаете? Направлением. Какие направления есть? И тайм-менеджмент, трансформационные игры, и финансовая безопасность, и личная безопасность гражданина. То есть... Ну, в моей личной жизни, я не говорю в моем образовании или в моей работе, в моей жизни этого не было. Меня никто не учил личной безопасности, финансовой грамотности, умению управлять своим временем. И дети-то пошли совсем другие, с ними тоже по-другому надо. И всему этому можно будет научиться за помощью новой программы освітньої, так, в Украине. Ну, мы же надеемся, что она будет, будем надеяться, что ее будут финансировать, потому что, скажем, только на энтузиастах и на тех, кому это, этого еще пока маловато. Я вам щиро вдячна за ту, за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії і намагалися розкрити таку дуже важливу тему для нашого суспільства і для нашої системи освіти. Можна я вас теж поблагодарю? Ви знаєте, я так благодарна судьбі, що у нас є таке грамотне телевидение, яке розуміє, що таке неформальне образование, розумієте? Вот. Це не во всіх городах. Вот. И есть буквально, мы же столкнулись с этим, мы делали мониторинг. Это точечно где-то, кто только подходит к освещению этих вопросов. Я просто надеюсь, что мы будем дальше этим с вами заниматься, и не только со мной. Будем высветливать актуальные и цікаві, и нагальні питання нашої освіти, и не тільки. Дякую вам. Спасибо вам. И дякую нашим глядачам за увагу. Прощаємося. На все добре. До наступних зустрічей в ефірі.